И на этой неделе тоже рвались снаряды. Правда, это были наши снаряды. Двое суток тушили пожар на складах боеприпасов воинской части в Рязанской области. Несколько местных жителей получили ранения. Но вот интересно, о пострадавших среди военных не сообщается. Эти склады, они что, не охранялись? Да и сама причина пожара тоже интересная. Из-за возгорания травы, мол, огонь перекинулся на площадку, где хранились артиллерийские боеприпасы. Трудно предположить, что боеприпасы хранились в чистом поле и не были огорожены, и что движение огня по сухой траве было таким стремительным, что никто не успел отреагировать, как бац, и все, начало взрываться. В общем, пока вопросов больше, чем ответов. И ладно бы ответ относились к военной тайне, но в данном случае, я думаю, мы имеем право знать, что случилось на самом деле, потому что пострадали гражданские лица, а многим пришлось срочно покинуть свои дома. Причем местные власти заявили, что на первоначальные нужды пострадавшим выделяется по 10 тысяч рублей. 10 тысяч для тех, кто потерял свой дом и свое хозяйство, да еще в преддверии зимы. А остальные более серьезные выплаты только после экспертизы и заключения комиссии. Мы это в Луни, помнится, слышали от бывшего губернатора Левченко. В общем, если тушение пожара больше напоминало войсковую операцию, то, боюсь, дальше начнется обычная наша действительность. Подробнее в репортаже нашего корреспондента Ивана Литомина с места событий. За считанные минуты небо заволокло едким дымом. Не могу даже говорить, страшно. Каждую секунду звучали взрывы артиллерийских снарядов. Сзади меня в данный момент происходят взрывы. Скопинский район Рязанской области словно превратился в линию фронта. В домах трясется все, трясутся окна, полы и стены. Первая информация о произошедшем в соцсетях. Писали, что загорелись склады боеприпасов в воинской части. Побросав свои жилища, люди садились в машины и уезжали как можно дальше. Пожар уничтожал воинскую часть и соседние деревни, а осколки снарядов разлетались на десятки километров. По племену ездят, собирают железяки. Спустя несколько часов, когда спасатели оценили ситуацию с воздуха, к месту ЧП для эвакуации жителей выдвинулись автобусы. Кошмар вообще. Вскоре появилась и более подробная информация. Горели 111 складов с боеприпасами. Снаряды рвались каждые 5-10 секунд. Зона эвакуации немедленно была увеличена с 5 до 25 километров. В нее попали Шелемишево, Желтухино, Дегтярка, Гореловка, Кузьминки-2 и еще ряд населенных пунктов. На опасном участке была перекрыта федеральная трасса «Каспий». Недалеко от зоны поражения были райцентры «Скопин» и «Ряжск». Между ними железная дорога. Именно по ней быстро перебросили пожарный поезд. В первую ночь ЧП авиацию в воздух практически не поднимали. А чтобы подобраться как можно ближе к эпицентру возгорания, военные привлекли сразу несколько пожарных танков и бронетранспортеров. В районе деревни Гореловка развернули штаб, куда прибыли глава МЧС Зиничев и первый замминистра обороны Булгаков. Тем временем людей начали размещать в пункты временного пребывания. Одни буквально кричали: «Я не истеричка!» Другие были спокойны. А про ваш дом что-то известно? Известно, нормально стоит. Не сгорел? Нет. Кто-то вспоминал, как в считанные секунды лишился крова. Окна на вылет, двери на вылет. И как убегал, даже не взяв с собой документы. Вот все, что вот на мне, вот так мы выскочили. К утру 8 октября интенсивность взрывов сократилась до 1 в 20 минут. МЧС и Минобороны продолжали наращивать силы. Ежечасно в оперштабе увеличивается и летная группировка. Вот и прямо сейчас за моей спиной сразу 4 вертолета Ми-8 готовятся к взлету, чтобы отправиться в эпицентр и приступить к тушению открытого огня. Нашей съемочной группе удалось запустить дрон и оценить масштабы пожара с воздуха. На кадрах хорошо видно сразу несколько очагов возгорания и стремительно приближающуюся к деревням линию огня, которую в лесах звеньями сдерживали пожарные. Роман Талицын прибыл сюда из Реутова с 5 утра и до самого вечера. Он и его коллеги сражались с открытым пламенем. Наша задача – это обеспечить безопасность деревни, которая через дорогу, чтобы огонь не перекинулся на жилые строения. К середине дня 8 октября на месте уже почти 3000 человек и 250 единиц спецтехники. А к вечеру оценить обстановку в самом эпицентре удалось и нашей съемочной группе.
небе. Сейчас мы пролетаем прямо над территорией воинской части. И хорошо видно, что... Что все сперли со складов, а пожар, взрывы боеприпасов устроили для отвода глаз. И такой писец происходит по всей России. Куда-то летают вертолеты, проезжают мимо остановок автобусы, орут какие-то бабки с женщинами средних лет. А значит, пора мне начинать добро в эфире. Мы сеем добро в этот русский мордор. Сейчас мы традиционно смотрим, есть ли запись. Ну все, запись есть, пошла. Первая тема. Чего-то в последнее время даже моя мать, учительница, начала интересоваться Навальным. Мол, как-то его не дотравили, или почему он забрал одежду из номера, если его отравили, и так далее. Ну что ж, давайте разбирать все по полочкам. Во-первых, как выяснилось, Навального дважды отравили новичком. Отравляющее вещество было порошком, растворимым в жидкости. А та самая жидкость, это было не что иное, как чай. А моя мать очень любит чай. К чему бы это? Да ни к чему. Просто Навальный сначала выпил чай с новичком. Ну, прям как экс-сотрудник ФСБ Литвиненко в 2006 году в Лондоне. Только Литвиненко выпил чай с полонием, а Навальный выпил чай с новичком. Кстати, где в этот момент, когда Навальный пил чай с новичком, был эта чекистская мразь Луговой, который, наверное, подсыпывал чай, который подсыпал чай с полонием Литвиненко и, наверное, подсыпал новичок в кружку чая Навальному. За его, в смысле Литвиненко, откровенные рассказы про то, как сотрудники ФСБ устраивали взрывы домов в 1999 году, дабы оправдать Вторую Чеченскую войну. Вполне возможно, Луговой с его, так сказать, опытом находился в кавычках чисто случайно в том же самом аэропорту, что и Навальный, которого сначала траванули чаем, а потом ему подсыпали новичок на бутылочку с водой, которая находилась в гостиничном номере Навального. Было произведено двойное отравление Навального. К тому же его отравили Навального. Ну что ж, давайте посмотрим на санкционный список. Кто же отравил Навального? Давайте посмотрим на санкционный список Евросоюза в деле отравления Навального. Да, я 700 раз произношу это слово. Навальный! Навальный! Инициаторами и исполнителями отравления Навального является, если смотреть на санкционный список Евросоюза, является первый замглавы администрации РФ президента, некий Кириенко. И, кстати говоря, когда он не занимал вот эту должность первый зам администрации президента, Навального почему-то не травили, да? Сходится? Сходится. Также причастен к отравлению Навального начальник внутренней политики администрации президента Андрей Форкин или Форкин? Ферин. Ферин. Андрей Ферин, да. Это заказчики отравления Навального, а исполнители были сотрудники ФСБ. Поэтому, значит, под санкции Евросоюза попал директор ФСБ Александр Бортников. Новичок для Навального разрабатывал институт органической химии и технологий. Кстати, в отзывах на Яндекс.Картах там люди так и пишут: что вы подсунули забракованный новичок? Мы в ФСБ все никак не можем два раза отравить Навального, а он все никак не дохнет. Значит, и вот тут самое интересное. Новичок, который разрабатывали для Навального в ней органической химии в Москве, это не тот новичок,
который траванул из Скрипаля. Новичок для Скрипаля был разработан в другой лаборатории, в лаборатории Шаханы в Саратовской области. Именно поэтому в Солсбери проездом через Эмсбери была дезинсекция. А в аэропорту, где находился Навальный и почувствовал себя плохо, нет. Потому что это были разные типы новичка. С разными поражающими веществами. Новичок, которым отравили Навального, сейчас хранится у полпреда в Сибирском федеральном округе Сергея Миняева, который променял свою совесть на бабло из Кремля. Поэтому он тоже попал под санкционный список Евросоюза. Причем сюрреализм этой истории придает то, что чекисты отравили Навального, подсыпали ему в бутылочку яд, а бутылочка была с названием «Святой источник». Мол, не мы траванули Навального на Луганке, а РПЦ, типа «Святой источник», да? И смотрите на... Или типа, смотрите, Навальный траванулся святым источником. Это ли не промысел Божий? Так вот, он это своеобразный чекистский, ФСБшный, блядский КГБшный юмор. А тем временем в Германии, встревоженный не на шутку, яд нашли в крови и моче Навального. В анализах кала и так далее. Однако немецкие приборы нашли анализ это самое Навального. Нашли анализы Навального. То есть это нашли новичок в анализах Навального, но почему-то системы безопасности в немецком аэропорту этого, то есть, не показали. А это означает, что теоретически, а значит и вполне практически, российские спецслужбы, этот самый усовершенствованный новичок, могут ввозить в Германию для совершения диверсий и теоретически как-то вполне свободно, так как газоанализаторы, которые стоят в немецких аэропортах, они не показывают модифицированный этот самый новичок. Поэтому немецкие власти и встревожились, и провели у себя учения с применением американских военно-воздушных сил с отработкой ядерного бомбометания по условным позициям Российской Федерации. Вот так Германия показала России, что, мол, только попробуйте травануть новичком кого-либо на территории Германии и получите ядерный взрыв в Российской Федерации. А также в свой кремлевский зад. И смотрите, когда Навальный приедет обратно в вашу страну, чтобы с ним ничего не случилось. Что опять в Сбербанке раскрыли новую схему мошенничества? Очередная схема мошенничества в Сбербанке. Опять новая схема мошенничества и во все том же Сбербанке. А, ну да, у нас теперь это называется не Сбербанк, а Сбер. А дальше видно будет просто называться СБ. А еще дальше просто С. О, а как звучит-то? С-банк! Грефу на заметочку. Ой, а Греф такой со своей презентацией Сбербанка, то есть просто Сбера. Ну просто не Герман Греф, а-ля Илон Маск или Стив Джобс. Только они производили и производят ракеты и технологии. А Греф
пусть и законный, но занимается всего лишь навсего спекуляцией. Да даже его, да даже не он его банк-то придумал. Ну, оставим Грефа в покое. Итак, теперь мошенники действуют так. Звонят от имени представителя прокуратуры и просят, а иногда и требуют, перевести средства граждан, которые хранятся на Сбербанке, на специальный счет. А покорные россияне это делают. Ну что ж, я поздравляю Краснова Игоря Валерьевича, нашего новоиспеченного генпрокурора, с тем, что статус прокуратуры возрос в глазах мошенников. Ну и само собой с тем, что вот новые схемы мошенничества появляются, а новых посадок за это пока нет. Шутки шутками, но ведь и правда статус прокуратуры возрос. Люди все больше доверяют решению своих проблем именно прокуратуре. Почему? Да потому что у нас генпрокурор хоть в каком-то веке не старый коррумпированный маразматик, как Юрий Чайка. И этим, естественно, пользуются и мошенники. И это говорит нам о том, что есть даже если генпрокурор Краснов нифига не делает на своем посте, то все равно люди бегут в его учреждение со своими проблемами. Потому что в МВД, Следственном комитете и даже иногда в ФСБ отказывают в решении их проблем. А в прокуратуре принимают заявления по большей части. Люди в генпрокуроре Краснове видят человека своего возраста и, возможно, своих взглядов и убеждений. Правда, проблему мошенничества в Сбербанке это никак не решает. Наоборот, активность мошенников в Сбере выросла. Вот так. Например, типа работники в кавычках, а нас, Сбербанка на самом деле мошенники или вообще непонятно кто. Но в офисах Сбербанка торгуют тестами на коронавирус, но заявляют, что вы, клиенты Сбера, сейчас 15 тысяч рублей за тест выложите, а потом будет вам компенсация от государства за это. И люди клюют на это. И люди платят непонятным личностям, которые просто зашли в Сбербанк и платят им 15 тысяч рублей за тест на коронавирус. Но мы с вами знаем, что наше государство будет до последней копейки выжимать с граждан средства на борьбу с короной. А на самом деле перенаправлять их себе в карман. Поэтому на такой развод мы, либералы, не ведемся. И никаких компенсаций, мы прекрасно понимаем, и соцвыплат не будет тем, кто пострадал от короны. Прямо или косвенно, потеряв из-за ограничений властей работу или бизнес, доверчивые клиенты Сбербанка верят мошенникам, которые выступают от имени учреждения Германа Грефа. И мошенники, конечно, пользуются этим. Этим пользуются они еще и тем, что люди не знают, что у нас лживое коррумпированное государство, которое не решает проблемы, а создает их гражданам. Но наши граждане... доверчивый, по сути, скот верит государству и госструктурам, таким как Сбер. Мошенники об этом знают и пользуются, нахлобучивая граждан еще раз помимо государства. А самые элитные мошенники зачастую у нас оказываются потом депутатами или сенаторами, как экс-прокурор Юрий Чайка.
Но вам наверняка интересно знать про и другие схемы мошенничества в Сбербанке. Еще одной схемой мошенничества в Сбере являются вымышленные долги по ЖКХ. Схема такая. Идешь ты в Сбер платить долги по ЖКХ или штрафы и так далее. Там около Сбера, хотя я этого никогда не видел, но люди пишут, что так и есть, значит, тебя уже ждут якобы сотрудники твоей управляющей компании, с представителями полиции, ну, типа полиции. И доверчивым клиентам Сбера мошенники говорят, что, мол, подождите оплачивать счета, у вас долг за это и за то. Вы должны на якобы счет полиции перевести сумму денег, и только потом можете оплачивать счета в Сбербанке. А иначе свет, воду, газ отключат, и вас посадят, или вообще не пустят в Сбербанк. Доверчивые россияне, скажу грубо, тупой быдло скот, на это клюет. Браво, мошенники! Таких дебилов еще надо поискать, которые клюют на это все. И все это крутится вокруг Сбербанка. Ни ВТБ, ни Альфа-банка, а вокруг Сбера. И это только одна схема. Есть гораздо более продуманная вещь. Это взлом Сбербанка онлайн. Схема такая. Происходит и приходит и смс-ка. Типа, надо связаться с банком и, естественно, отсосать. То есть, это самое, отсылать код регистрации. Потом, надеюсь, вам послышалось. Потом средства с онлайн Сбера списываются, а личные счета клиентов Сбербанка онлайн блокируются. Причем мошенники от Сбербанка обнаглели в раз, что даже создали фирму Transcontinental и успешно зарегистрировали ее в российской юрисдикции на деньги обманутых клиентов Сбербанка. Она даже платит налоги в российскую казну. При полном попустительстве Краснова, нашего генпрокурора, и Бортникова с Бастрыкиным, и уж тем более Колокольцева. Вот так это так. И это Россия, детка, что можно на деньги мошенников зарегистрировать фирму в России Transcontinental и успешно платить налоги. А какие молодцы! И за это мошенники не сидят. Сбербанк, из чего мы делаем вывод, Сбербанк это абсолютно мошеннический банк. И знаю я об этом не понаслышке, так как тоже являюсь клиентом Сбера-Спера банка. Грефа, который всех... чипирует вакцины от коронавируса в будущем. Ну, прям как Билл Гейтс. Ну что ж, надеюсь, кому-то помог не попасться в лапы мошенников от Сбербанка. Во Франции обезглавили учителя, подозревают 18-летнего россиянина. Тут в этой новости, как бы, произошло наложение двух культур.
преподавания русской и французской школы. Если в России учителя учат, с одной стороны, жестко подчиняться вертикали власти, но с другой стороны, пить, курить, ругаться матом, знает, опять-таки, не понаслышке от собственной матери, учительницы, которая днем работает в школу, а ночью стоит ночной бабочкой на трассе, то французские коллеги моей матери учат детей подлинной свободе и демократии, но еще и высокой культуры. И, естественно, если ребенок рос в одной среде со своими пусть извращенными взглядами и стандартами, то, конечно, когда его перемещают в другую среду и говорят, что черное — это белое, а белое — это черное, то происходит капитальный сдвиг по фазе, что и приводит к трагедии. Ну, это когда настоящий патриот России приезжает в США и сразу вдруг становится резким республиканцем, то есть патриотом США. Во Франции ситуация похожа, но немного более трагична, ибо подросток из горя страны не адаптировался к европейской культуре и совершил преступление в городе Кофлан-Сент-Онорин на окраине Парижа. Юный 18-летний российский джигит-фашист-коммунист обезглавил учителя истории и географии сразу после лекции о свободе слова. Да уж, русские люди не хотят свободу слова, свободу высказываний. Они хотят, чтобы им управляли как стадо неотесанных баранов. 18-летний убийца не привык к подлинной настоящей свободе. Он бродил по французской школе и спрашивал, а когда на него наденут поводок? Когда выяснилось, что никогда, это стало вызывать насмешки у французских преподавателей и французских учеников. А уж когда на уроке истории-географии зашла речь про свободу, то этому ученику из России стало стыдно и обидно, что такой свободы нет в России. Но стыд проявляется по-разному. Кто-то просто краснеет, а кто-то берет и обезглавливает учителя. Я таких людей знаю много, особенно в России. И начинаешь что-то нормально объяснять про их страну, и они сразу оскорбляются и забивают тебе стрелу. Норовят ударить тебя в челюсть. Ну как после этого не сказать, что Россия — это страна отборных расистов, российских фашистов. Даже если ты выходишь из Чечни. Ну конечно, здесь еще и играл религиозный фактор. Этот нападавший на учителя был чеченец. А учитель вел лекцию про свободу слова, в которой в качестве премьера разбирал карикатуры Шарли Эбдо на пророка Мухаммеда. Конечно, в голове у разгоряченного юноша с гор из России после того, как здесь у нас пичкали уроками его религиозного видения, сразу в голове вспыхнула картина, что это не учитель во Франции, а явный сектант, который выступает в данном случае против мусульманского народа и всего ислама. И, естественно, значит, что надо делать, так как он из Чечни, правильно, обезглавить учителя, подстоять, так сказать, за свою веру и культуру. В данном случае, однако, в данном случае не важно,
мусульманин ты или христианин. Важно то, что религии пичкают несовершеннолетние, разгоряченные 18-летние российские лбы. А потом они едут убивать французских учителей, которые не разделяют их взглядов на религию, да, религиоведение. Ну, то есть на подчинение себя религии. В данном случае неважно, это мусульманство или христианство или буддизм. Не надо было в школах вводить религию в качестве предмета. И возможно, в российских, и возможно, во Франции этой трагедии и не было бы. И не произошло бы такая трагедия с российским парнем чеченской национальности. А так, 18-летний чеченец бродил по округе Парижа с ножом и выискивал очередную жертву среди педсостава Франции. Ну, педагогического состава, понятно. После того, как в прошлую пятницу гражданин России в 17:00 напал со спины на учителя географии и истории, президент Франции Эммануэль Макрон назвал этот акт расправы над учителем терактом со стороны России. И выразил соболезнования всем погибшим. То есть 18-летний русский парень из Чечни расправлялся не только с учителем во Франции, но еще и с другими учителями. Причем это был не просто теракт, а теракт со стороны России и российского образования, которое учит непонятно чему. То ли дело французские учителя на своих уроках учат свободе слова и карикатурам. Учитель во Франции поднимает руку мусульманам и говорит: я покажу сейчас карикатуры, которые может вас шокировать и оскорбить. Если хотите выйти, то выходите из класса. Но вот этот самый 18-летний чеченец, который обезглавил учителя, остался, то есть засомневался в своей мусульманской шиитско-суннитской вере. И начал глазеть на пророка Мухаммеда в непотребном виде Шарли Эбдо. Он был опьянен французской свободой. Русско-чеченский ученик не вышел из класса. Он подверг сомнению все российские ценности тупого заставлялого и не вышел из класса. И начал пялиться на пророка Мухаммеда, ее фотографию в непотребном виде в Шарли Эбдо. Таким образом, учитель развивал свободу самовыражения в своих учениках и критического мышления. Но, конечно, когда речь заходит о русскоговорящих людях, которым впаривают 24 часа 7 дней в неделю российскую пропаганду, а в случае с чеченцами еще и религиозную пропаганду, то, конечно, детей из России надо было сначала просто научить думать во французском фарватере.
Не фарватрет то, что сказал Путин, Кадыров, и это истина в последние инсации. А фарватере, а может быть, они все врут там? А потом, только лишь потом, то есть сначала надо было развивать критическое мышление, а потом уже показывать карикатуры на пророка Мухаммеда. Возникает один вопрос. Ладно, с парнем все понятно, он 18-летний исламист и рос в религиозной семье. Но почему он захотел, или родственники его захотели, чтобы он учился не у нас в России, не в Грозном там, не в других мусульманских республиках Российской Федерации, а в толерантной католической Франции? И вот подавай чеченцам, не всем, но многим, понимаешь ли, лазурный берег. Учителя бы здесь то отрубали. Подавай чеченцам лазурный берег, чтобы учителям отрубать головы. Вот здесь, на французском берегу, 18-летний чеченец, отрубая бошку, был бы здесь, в России, был бы героем, а там во Франции сразу террорист. Да, даже чеченцы, которые не жалуются на условия своей жизни, перенося в прошлом две чеченские войны и страшную разруху, понимают, что как бы не оскорбляли их святого пророка, но там, во Франции, все равно жизнь лучше, поэтому едут и туда, но не выдерживают культурный пласт Франции, потому что все они выходцы с гор. И потому что жизнь там лучше, чем в родном Тейпе. Не поймите меня неправильно, карикатура на пророка Мухаммеда Шарли Эбдо реально оскорбительный, но это не дает никакого права обезглавливать учителей. Хотя мою мать, сраную училку, так и надо обезглавить за то, что я попросил ей помощи, а она мне не дала. Ну и с учителями надо так поступать, но не по религиозным причинам, а по причинам ее безнравственности как педагога. И таких учителей, как она, в России много. Но никто их не обезглавливает. Почему? Потому что люди едут во Францию, где лучше. И в России много, и дело тут не в религиозном фанатизме, а в том, что в России уровень терпимости 0,0 балла со всех сторон. Поэтому мы и говорим, что Россия — это фашистское государство. Оно отправляет своих детей во Францию, чтобы те обезглавили учителей. Тех учителей, которые говорят про свободу слова и как ее надо понимать. Россия так делает в целях укрепления деспотии и диктаторских режимов во всем мире. А религиозные 18-летние чеченцы — это всего лишь инструмент в руках нашего царя Путина.
мы продолжаем крутить и курить эту тему с французским учителем. Об этом высказался, да, главный чеченец Рамзан Кадыров. Вот его цитата. «Выступая категорически против терроризма, я, ну то есть он, Кадыров, призывает не провоцировать мусульман». Конец цитаты. Ну, то есть я, в принципе, против обезглавленных учителей, пишет Кадыров, но в данном конкретном случае за. Дальше Кадыров пишет, что данная трагедия заставляет задуматься о том, что французское общество путает демократию, демократизм, как он выразился, со вседозволенностью, демонстрируя непотребство к исламским ценностям. И это все наглая провокация со стороны обезглавленных учителей Франции. Ой, когда показывают, значит, карикатуры на исламские ценности, то это провокация. А когда исламисты разоряют и грабят христианские храмы, то значит это джихад, движение за веру. Вот она, толерантность по-кадыровски. Никакой демократии нет и не было в Чечне, а жаль. Тогда бы, конечно, Кадыров такие речи бы не высказывал. Речь, конечно, не про карикатуры на религиозные темы, а про политическое устройство. Кадыров заявил, что чеченцы при этом теракте ни при чем. А выходцу из Чечни, Адзурову, который расправился над учителем, рос в французской семье со французами. Но тогда откуда же у него паспорт, да? И говорил на их языке, хотя он говорил только на российско-чеченском диалекте. Так, то оно так, но откуда-то он приехал? Правильно, из Чечни. И на какие деньги? Чем занимаются его родители? Очевидные спящие агенты Кремля, Кадыров, которые готовы убивать по личному приказу Кадырова-Путина? А? Что значит «чеченцы тут ни при чем», Рамзан Ахматович? Вы же несете ответственность за всех чеченцев в мире, как вы заявляли лет 5 назад, проведя у себя в Грозном конгресс всечеченских народов. В конце Кадыров заявил, что у мусульман есть право на религию, и никто ее не отнимет. А если кто-то отменит, то ждет его секир-башка, как этого самого французского учителя. Но справедливости ради, коммунисты-то у чеченцев отнимали религию аж на 70 лет. И это, по воспоминаниям многих, было хорошо. Это было покруче карикатур Шарли Эбдо. Но сейчас никто религии у чеченцев не отжимает, не отбирает. Однако Кадыров считает, что, несмотря на это, у других нету права на жизнь, если они перешли черту чеченскому народу, ну или мусульманам. А вот с этим-то цивилизованный мир и не может смириться. Да и к тому же, неважно, чеченец ты или нет, приехал в другую страну, надо уважать ее правила и законы. Кадыров свои заявления по поводу теракта во Франции написал в духе «выступаю против изнасилованной, но, конечно, ходить девкам в коротких юбках нельзя». Ладно, оставим Кадырова в покое. В целом в России наблюдается страстная позиция. Как есть какие-то достижения
как есть какие-то достижения, так орут на весь мир. А как? Кто-то из России в 21 веке режет направо и налево французских учителей, так еще за религию. Мы, Россия, не при делах и отрекаемся от нашего гражданина 18-летнего. Это не наш гражданин и бла-бла-бла. Ну а как же его 18, его российский паспорт, найденный французской полицией на месте преступления? Ну, дескать, мало ли, заявляют нам в российском посольстве во Франции. Да, чуть что сразу мы от тебя готовы отречься. Поразительный цинизм, поразительный. Может быть, поэтому этот горе-ученик и обезглавил французского учителя, потому что от него и государство, и люди в нем отвернулись. Окончательно и бесповоротно. И он решил резать и убивать во имя защиты религии. Россия поставляет террористов во Францию. Здесь даже нечем говорить. Так уж устроен этот мир, что приходится комментировать всякую хрень. Навальный сожалеет, что Трамп не осудил произошедший с ним инцидент. Ну, во-первых, Навальный дошел, конечно, кому пожаловаться на свое отравление Трампу, мать его, человеку, который был завербован в 1988 году Комитетом госбезопасности. Трампу, который спонсирует американский военно-промышленный комплекс. Трампу, который, как и Путин, кичится своими пуколками. А может быть, сразу бы пришел бы Алексей в посольство Российской Федерации в Германии и сказал бы, я сам себя траванул. Это грубейшая ошибка со стороны Навального, жаловаться, ну, де-факто, клиентуре Путина. Не удивлюсь, кстати, что лет через 10 всплывет информация, что Путин, ой, простите, то есть агент Платов, лично вербовал Трампа в те далекие совковые времена. Вторая ошибка Алексея Навального заключается в том, что он вообще, в принципе, жаловался. Вы знаете, политика такое грязное дело. Жалобы никогда не идут впрок любым политикам, даже если тебя избивают или, как в случае с Алексеем, отравляют. Сильные политики отвечают ударом на удар. Если Навальный уверен, что его лично траванул Путина, то, соответственно, надо как-то, ну, если и не травануть Путина, понятно, что ФСО не дремлет, то максимально усложнить ему жизнь к этому самому кремлевскому старцу. Я бы еще понял, что Навальный пришел бы и пожаловался Байдену, но нет. Он пожаловался Трампу, агенту КГБ со стажем. С другой стороны, если бы Навальный пожаловался бы Байдену, тоже вышла бы неувяжечка. У Навального имидж борца с коррупцией, а он бы пришел на коленки человеку, который через свою буризму коррумпировал всю Украину. Так кому же надо было пожаловаться? Ответ – да никому. Но подавать иск в Международный уголовный суд в ООН, в Гаагский трибунал. Пусть там разбираются.
Пусть российский Волан-де-Морт чувствует себя неуютно, сидя в кресле президента, и сравнивает себя с президентом Югославии, последним президентом Югославии Милошевичем. А так, жалоба, ну, это просто недостойный поступок политика с большой буквы, которым является Навальный. Это вообще политика, это, как я уже сказал, подлое грязное дело. Сегодня траванули тебя, а завтра ты кого-нибудь. В России только так становятся президентами. По-другому никак. По-другому это уже не президент, а патриарх. Но это отдельная тема. Да, это подло и цинично, но это и есть. Политикады любят друг друга травить. Сегодня отравили Навального, а завтра Навальный как-то отравит Путина. Но пока что Навальный струсил и не попытался в ответ отравить Путина. Далее Алексей заявил, чтобы чрезвычайно важно, чтобы каждый в 21 веке, и особенно президент США, выступил против применения химического оружия. Это вроде бы благие намерения, но президенты США, любые, неважно, Трампа или Обамы, не могут априори выступать против запрета химоружия, к сожалению. Ведь их страна создала одно из самых смертельных химоружий в истории, газ ВХ, и до сих пор его и уничтожила. То есть, бедная российская овечка Алексей Навальный обратилась к американскому волку с тем, чтобы он его не сожрал, но сожрет. Да, пока что Навальный сам себя закапывает в этом вопросе. Но может быть это просто информационный повод, чтобы лишний раз напомнить о себе. Тогда все логично. А пока я в этом не вижу никакой логики. Трамп заявил, что не получал никакие доказательства в деле отравления Навального. Ну так все верно. После распада КГБ, ФСБ и СВР тут два разных ведомства. Трамп это СВРовец со стажем. Отраванули Навального-то сотрудники ФСБ. Ну так правильно, что Трамп не увидел доказательств в деле отравления Навального. Их и нет в СВР, членом которого он, Трамп, и является. Только ФБР, не говорите. Навальный прав в том, что химоружие – это действительно страшная вещь. Но никто, хоть подписаны все конвенции, его не запретит, потому что это оружие и может быть применено в любой момент. А Навальному я желаю здоровья. Пусть возвращается поскорее в Российскую Федерацию. И не только в физическом плане, но и в плане ответственного политика, борца с коррупцией. Что опять Минфин подготовил новую реформу вооруженных сил. Можно свести здесь все, конечно, к формуле: в Минфине предатели и хотят распустить армию РФ с целью превосходства НАТО в самой России. Но признайте, этих формулировок вы от меня ожидали. Но давайте взглянем на проблему шире. Российскому бюджету, который съежился от коронавируса и от крайне эффективных европейских санкций,
уже не прокормить свою армию. И это действительно плохой признак надвигающейся финансово-экономической катастрофы в Российской Федерации. Традиционно режим в Российской Федерации держится на штыках. А когда этих штыков кормить нечем, то случаются революции и распады страны. Но это происходит не только из-за пандемии. Явная сирийская и тайная украинская военная кампания не дала российской армии ничего, кроме трупов и грузов 200. Сейчас происходит конфликт с Турцией, который мощнее в разы, чем вооруженные силы Российской Федерации. А иначе уже давно бы конфликт в Карабахе прекратился, если был бы наоборот. Что предлагает Минфин? Это сокращение численности войск. Увеличение необходимого возраста выхода на пенсию, выслуги лет. Ой, ну я прям так и представляю, в армии РФ дряхлые комроты и комзводы, которым давно пора уже на пенсию, они еще бегают с молодыми солдатами. Ну как бегают? Ковыляют, естественно. Не хочу никого обидеть, но армия, за исключением, конечно, планирования военных операций, дело молодое. В 65 плюс в 50, да даже в 40 уже не побегаешь с автомата наперевес. А тут Минфин предлагает поддержать еще старые кадры в составе Минобороны. Что ведет к чему? Правильно, к дряхлости и к распаду. Далее Минфин предлагает сокращение количества начальников армии. Тоже вроде бы хорошая мера, но сокращать-то будут тех, кто учит солдат стрелять, а не тех, кто просиживает штаны в штабе округа. Ну и будет недокомплект в армии. Ну и традиционно Минфин предлагает аутсорсинг, то есть выведение из-под погон должностей, которые не связаны с боевой подготовкой. Это выглядит так, что вот ты закончил Академию тыла, поступил в войсках, все, теперь по новой реформе Министерства финансов ты теперь не офицер, а не знаю кто, гражданский, наемный работник. И не обязан херачить на войну и в дальние гарнизоны. А если это не обязан, то никто в этих дальних гарнизонах не будет шить солдатам форму, не будет их кормить, одевать, обувать и так далее. И боеспособность от этого явно не увеличится. Еще инициатива Минфина заключается в том, что обеспечить контрактников едой только на боевом дежурстве и все. Да, то есть, если ты будешь контрактником, будешь задействован на работах на так называемом хоздворе, в бытовке, не боевыми, но важными делами, то тебя перестанут кормить по реформе Минфина, реформе вооруженных сил. Да все и так ноют от этой контрактной службы, что условия контракта не соблюдаются. А тут еще и кормить перестанут. Ну и нафига такая служба нужна?
Лучше пойти в украинскую армию, там готовят вкусный борщ. Подумает какой-нибудь Гаврила из Нижнего Тагила. Причем, ну неужели непонятно, что вот сейчас армию Российской Федерации действительно... Я сам был сторонником сокращения армии, но все сократили, сократили до нужных действительно размеров. Армию РФ больше некуда сокращать. Куда еще? До уровня дружин. Кого и надо сокращить, так это правоохранителей. Но они сейчас опора государства, к сожалению, а не военные. Да и сокращать армию мы получим такое, что Чечня 90-х, начало 2000-х покажется цветочниками, две вот этих чеченских компаний. И еще одна подоплека сокращения армии от Минфина, это то, что сейчас некоторые ее функции заберут на себя после сокращения всякие там ЧВК Вагнер. И разница будет в том, что армия это дело государственное, а вот частник может воевать со своими... своими гражданами против своего народа. Армия никогда этого делать не будет, даже если гражданские, мы граждане будем выступать против армии. То и, конечно, армия решает задачи безопасности для государства. А ЧВК это лишь будет наживу в себе в карман. Но это сокращает именно для того, чтобы ЧВКшники процветали армию РФ. И чтобы ЧВКшники забрали ряд вот этих вот функций, которые Минфин хочет отнять у вооруженных сил. Тут я в этом вопросе соглашусь с ура-патриотами. Похоже, реально, Силуанов, министр финансов, подлый предатель. Сокращать армию, когда идут боевые действия в 90 километрах от российской границы в Карабахе, ну это надо быть реально предателем. Похоже, в Минфине, правда, сидят предатели. Действительно. И сокращая армию, мы получим то, что люди, способные убивать, выйдут на улицу с голодными ртами. И будет литься на российских улицах кровь, террор и насилие. Все это... приведет только лишь сокращение армии, все это приведет только лишь к гражданской войне. А то и полную интервенцию в России, только не со стороны Запада, а со стороны Китая. Ведь, оказывается, на границе с Китаем даже сократили разведывательные подразделения. Это просто ужас какой-то. Надеюсь, что Китай этим воспользуется и заберет Хабаровский край. Может быть, тогда дойдет что-то до правительства Российской Федерации и, в частности, до Министерства финансов. Заодно, таким образом, можно будет, если Китай заберет Хабаровск, можно будет решать проблему с митингами в поддержку Фургала, мол, теперь это уже не наша, а китайская проблема будет. Раз Минфин занялся реформой Министерства обороны, то Шойгу должен заняться реформой Министерства финансов. Ну,
И как вы понимаете, я в данной ситуации, вот прямо сейчас, не сторонник сокращения армии. Я сторонник сокращения правоохранителей. Да. Причем, надо понимать, правоохранители не в смысле участковых, которых сокращать уже больше некуда, а в смысле генералов ФСБ, МВД и прочих. Армию трогать не надо. Почему? Ответ очень простой. Мало кто вообще задумывается о том, что в армии сейчас, значит, нет ни одной вспышки коронавируса. Почему? Ответ очень простой. Потому что в армии борются с коронавирусом не дебильный Роспотребнадзор, а специальная служба, специальное воинское формирование, специальный отдельный вид войск РХБЗ защиты. И вот там действительно работают специалисты своего профиля. А в Роспотребнадзоре работают чиновники-бляди, которые лишь наживаются на штрафах. И, значит, вставляют препоны. И вот при грамотном руководстве президент бы не отправлял войска РХБЗ в Италию, чтобы те боролись там с коронавирусом, а отправил бы войска РХБЗ в крупнейшие города Российской Федерации. Но этого пока нет. И вообще издревле был в Российской Федерации, в России была надежда только на армию, ведь недаром армейские офицеры отказываются бороться с преступниками внутри России. Почему? Потому что это не их дело. Их дело защищать всех, без исключения россиян, от внешних угроз, а от внутренних есть силовики. И даже внутренние войска, а ныне Росгвардия, подчинена, да, не Министерству обороны, а сейчас это отдельный вид войск, а тогда, лет 10 назад, была подчинена МВД. В мэрии Екатеринбурга пояснили за слова своего главы города о людях без масок. Напомню, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сказал, что пассажиров можно и нужно выкидывать из общественного транспорта без маски. Ну что ж, а я ответственно заявляю, что Александра Высокинского можно и нужно выкинуть за шкирку с мэрского кресла. И призываю губернатора Свердловской области Куйвашова сделать это незамедлительно. Такие твари, как Высокинский, не должны занимать руководящие должности. Конечно, пресс-служба мэрии нам пояснила, что Высокинский никого не призывал выкидывать из общественного транспорта, а призывал лишь соблюдать масочный режим. Но это все гнилые отмазки с его стороны. Да, мы понимаем крылатую фразу, да, мы помним и понимаем крылатую фразу, что Екатеринбург – это город бесов. И вот один из таких бесов – это мэр города Высокинский. Но давайте-ка взглянем на проблему шире. Из-за коронавируса власти разных уровнях в разных регионах по сути объявили гражданам войну. Да, самую настоящую войну. И никакого отношения к борьбе с вирусом ни масочный режим, ни самоизоляция не имеет. Это сознательное и целенаправленное ухудшение жизни граждан. А коронавирус – это лишь предлог. Давайте разбираться по фактам. Ну, во-первых, вот эта вот
самоизоляция. Это первый препон власти, который был весной из-за коронавируса. И он был максимально эффективный. И не потому, что самоизоляцию никто не соблюдал, а потому, что сейчас, когда количество заболевших больше, чем весной, и все из-за того, и все в том числе из-за того, что люди весной сидели дома, а не гуляли. Ты понимаешь, что мера самоизоляции была неэффективна. Дальше. Власти боятся вновь самоизоляцию вводить повторно, ибо они получат социальный взрыв. Вторая крайне эффективная в кавычках мера борьбы с COVID-19 – это дистанционное обучение, где каждый ученик может его прерывать словами «связь пропала». То есть из-за мер против ковида мы получаем неучий, что довольно опасно для государства такового. Но верх тупости был впереди. Массовый режим в транспорте. Транспорт не поедет, пока все пассажиры не наденут маску. Как же, конечно. У транспорта свое расписание, поэтому водителям и кондукторам-контролерам наплевать, кто в маске, а кто без. Них лишь бы полицейские не устраивали рейды по общественному транспорту, проверяя на собственном примере, заходил в автобус без маски целый месяц, и только один раз, 13 октября, водитель остановил свой автобус из-за меня. Отец сейчас получит. Так, расписание важнее масочного режима, и это действительно так. А иначе транспорт не транспорт. Большой маразм был и в торговых центрах. Итак, стоит охранник на главном входе, выходе в торговый центр и советует всем надевать маски. Советует, не требует. А, как правило, в торговых центрах это не единственный вход. В другие входы нет никакого охранника сбоку. И можно входить и выходить без маски, ну, не с главного входа, а с торца. И клиент, посетитель торгового центра может смело гулять без маски. Причем фейс-контроль иногда его и нет и на главном входе. Тогда еще больше маразм. Ибо надевать маску только необходимо на кассе, чтобы приобрести какой-нибудь товар. И все. А в самом непосредственно торговом центре гуляй, свободно разноси вирус. Полный абсурд и в Макдональдсе, когда количество посетителей не должно превышать определенное Роспотребнадзором количество людей. И из-за этого образуется толпа на очередь в Макдональдсе. Получается, что чиновники не решили проблему, а только ее создали. Дальше всех в маразме пошел Собянин. Взял и ввел шахматную рассадку в кинотеатрах. Но это еще полбеды. А теперь проверяющие органы заходят в кинотеатры прямо на середине фильма и встают своими рылами, загораживая кино, и требуют всех проверить на наличие коронавируса и масок. И вот этот самый... И эти самые перечисленные мной ограничения так уже всех достали, что любая фраза, сказанная
чиновникам, неважно в Москве или как здесь в случае с Екатеринбурге, аккумулирует протест против конкретного чиновника. Своим хамским, бесчеловечным поведением, пусть Высокинский не виноват в требованиях Роспотребнадзора, но своими хамскими высказываниями про общественный транспорт он злит граждан Екатеринбурга. Надеюсь, значит, губернатор Свердловского края его уволит. Вышинский, Высокинский подписал себе с этим самыми хамскими высказываниями и дебильными требованиями Роспотребнадзора, в котором действительно, может, и не он виноват, но своими хамскими высказываниями из-за этого он, значит, подверг жителей Екатеринбурга злобе. И я надеюсь, с ним жестко расправятся граждане Екатеринбурга. А на этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.